Всем привет, это канал Жизнь в пробирке, и перед тем, как приступить к рассказу о туркестанусах, я хочу вам рассказать про практический эксперимент. Есть такая информация, что в колониях муравьев Tetramorium cispitum царит мангинея. Но вот совсем недавно я стал наблюдать, что появляется информация, что в колонии могут быть и несколько маток. И один мой подписчик, Денис Литвинов, в данный момент имеет колонию тетриков, в которой находятся три матки. Я буду примерно раз в месяц говорить об этой колонии, как развивается, сколько расплода и прочее. И вообще, уживутся ли они? На самом деле, если эксперимент будет удачным, я думаю, эта информация будет очень полезна и интересна. Также хочу напомнить, что в группе ВКонтакте сейчас проходит конкурс. Заходим, смотрим и участвуем. Так, перейдем к туркестанусам. Первое. Размеры и окрас. Муравьи среднего размера, матка 11-13 мм, рабочие солдаты от 6 до 12 мм. Насчет окраса тут очень интересно, потому что данный вид имеет различные морфы, что матки, что рабочие. Матки могут быть двухцветные, с более желтым брюшком, с полосками, более светлая голова. Также и у рабочих они могут быть просто желтые, также более темные, у некоторых голова темная или брюшко, у некоторых и то. В этом плане муравей очень красивый, мне так вообще очень-очень нравится. Поведение муравьев. Это преимущественно подземные муравьи, питаются в основном мертвыми насекомыми. Фуражисты выходят за пищей в ночное время суток. Они неактивные хищники, по поведению довольно трусливы. Колонии у них далеко не многочисленные. Из углеводов подойдут сиропы, глюкоза или фрукты. Белок это насекомые, преимущественно в придавленном виде. По поводу альтернатив белку типа яйца, мяса, я не знаю. Не пробовал и даже как-то не собираюсь. Еще одна особенность данных мурашей, они впадают в диапаузу. Но это не значит, что их нужно засовывать в холодильник, как наши местные виды. Ничего не нужно делать. Просто нужно переждать этот момент, когда матка будет отдыхать, и расплода просто не будет. Примерные сроки где-то с ноября по март. Содержание. Подойдет гипс, акрил и газобетон. Муравьи устойчивы к сухому климату, но увлекаться с этим не стоит, поэтому дерево для них не подойдет. Увлажнение все же нужно, также поилка на арене не помешала бы. Температура от 24 градусов для них будет весьма комфортна. Подведем итоги, очень красивые муравьи, смотреть на них одно удовольствие. Насчет поведения, это пока что все теория для меня, и лишь время покажет, как они себя будут вести в той или иной ситуации. Для новичка, в принципе, ничего принципиально сложного в них нет. Содержание, как у обычных компанотусов. Единственное, что нужно успеть до первой диапаузы вывести как можно больше рабочих, чтобы была возможность пережить это время. А как вы знаете, первое поколение живет не так уж и долго. Если вы готовы к этому, то берите, не пожалеете. Пока что на этом все, всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, делимся этим видео с друзьями и всем пока-пока.